Рассмотрим некоторые примеры высокохудожественной декорации, полученные комбинированием «Мармурино Классико» и «Велатуры» с применением специальных техник нанесения. Для достижения эффекта бороздок с помощью продукта используйте кельму из нержавеющей стали. «Мармурино Классико» наносят не менее чем в два слоя. Первый слой является основой, другой – отделкой. Разведение. Готов к применению. Примерный расход материала составляет 2,5-3 кг на квадратный метр. Начните со штукатурной основы, создавая не очень высокий однородный поверхностный слой, скрывающий все неровности. Покрытие «Мармурино Классико» можно наносить через 12 часов, стараясь достичь равной толщины. Для получения эффекта бороздок нанесите материал на поверхность при помощи соответствующей жесткой щетки. Дайте поверхности подсохнуть и затем выровняйте ее с помощью мастерка из нержавеющей стали. Нанесите разведенные должным образом велатуры при помощи влажной губки, распределяя декоративную краску по всей поверхности и избегая наслоения материала. Продукт быстро начинает высыхать, поэтому слегка смачивайте поверхность губкой перед его нанесением. Нанесение кистью строго в одном направлении. Эффект бороздок достигается с помощью современных технологий выборки мягких волокон массива, что придает фактурность, рельефность поверхности.